Разницы мне ящики видно или нет? Угол обзора, в принципе, все. Что откроется для обзора наблюдателям на самом крупном избирательном участке в Лаишево, сегодня уже увидели представители миссии Шанхайской организации сотрудничества. Их в республику приехало трое. Сегодня они целый день изучали подготовку к выборам в Лаишевском районе. Подготовка полным ходом идет. Стараемся. Сейчас на участках сверяют списки избирателей и готовят для них все необходимые принадлежности. Мы удовлетворены ходом подготовки избирательных участков, списков избирателей, ну и других всех необходимых компонентов, чтобы избиратель пришел и свое право реализовал на свободный выбор. Настроение предвыборное у всех хорошее, хотели бы отметить. Своими наблюдениями делегации наблюдателей поделились на встрече с руководством республиканского центра избиркома. Здесь они узнали, что в целом в Татарстане к выборам все готово. Наблюдатели, они сами выбирают себе избирательные участки, где они хотели бы побывать, что они хотят посмотреть, поэтому здесь мы им создали максимум возможностей. Всего в Татарстане следить за выборами будут более 40 международных наблюдателей. Это представители Австрии, Германии, миссии ОБСЕ, ШОС, самая большая делегация – 27 человек из СНГ. Ранее я уже бывала в некоторых городах России. Казань и Татарстан показались мне наиболее привлекательными, и я не пожалела, что сюда приехала. Будем объезжать избирательные участки. Ну, целый день, я думаю, что мы можем успеть очень много. По итогам своей работы наблюдатели суммируют все данные и дадут оценку прошедшим в России президентским выборам на территории республики. Дмитрий Ирин, Андрей Сентальцев, Амир Залюшев, ТНВ, Казань, Лаишевский район.